его отбирать, сортировать дома? На этапе сортировки, то есть проще всего, конечно, поставить два ведра и в одно складывать то, что можно выкинуть, а во второе складывать то, что идет на вторсырье. И потом каждое пластиковое изделие нужно посмотреть на маркировку. В зависимости от маркировки пластик делится на первый, второй, третий, четвертый и так далее типы. У нас в Хабаровске принимают с 1 по 6. То есть все их можно принести, но желательно, чтобы не тратить время здесь, разделить их дома. Например, по пакетикам. То есть отдельно единичку, отдельно двоечку и так далее. На каждом изделии есть треугольничек с цифрой или надписью. Мы в своих соцсетях подробно рассказываем, какой тип пластика определить, чтобы людям было чуть-чуть проще. Немаркированные типы пластика мы пока что не принимаем, потому что очень сложно определить, из чего они состоят. Иногда это смеси, а смеси сложно переработать. Как вас найти в соцсетях? В Инстаграме есть группа «Раздельный сбор Хабаровск», и ВКонтакте есть группа «Экозавры». То есть мы проводим различные экологические мероприятия и пока что сосредоточены на том, чтобы рассказать населению о раздельном сборе.